Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчик, канал Стасянчик ТВ, и мы с тобой продолжаем проходить Сабнафтику Below Zero. Вроде бы все записывается, да, все записывается, все отлично. Так, это, видимо, я оставил рецепт, да, я не помню, что я делал в прошлой серии, потому что это было так давно. Это я, видно, оставил рецептики себе. А у меня тут что-то было. Что-то было какие-то. Где-то были какие-то ингредиенты. Кстати, что это такое? А, таблетки лечебной воды. Да, вот у меня здесь что-то есть. Ох, только я не помню это все, для чего я делал. Два. Один. И масло. Короче, свинец нужен, я понял. Нужен свинец. Надо добывать свинец этим. Здесь у меня работает для воды, да? Ага. У меня, в принципе, с собой есть вода. У меня есть с собой еда. Так что, по сути, можно спокойно идти куда угодно. Сейчас с тобой посмотрим, короче. Сейчас посмотрим. Так, вначале, что у меня там с реактором био? Ага. Так, давай вот эти штуки наберем. Да. Как же, ты смотри, как, вот с какой стороны их брать. Как непонятно так берется. Так, все, это мы съедим сейчас. А вот и водичка, прекрасно, прекрасно. Давай тоже возьмем еще одну бутылку. Почему нет? И вот здесь еще бутылка, прекрасно. Сейчас мы вот сюда ее зафигачим как раз. Что у нас есть? Так, 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 так. Нету батареек. Ага, батареек вообще нет. Сами по себе просто их нету. Это плохо, это плохо. Мне бы наружную грядку. Ну ладно. Пока и без наружной грядки хороши. Залезай ты. Так. Опять-таки оставим на минималочку. И поехали добывать. Добывать свинец, да, получается? Надо найти где-нибудь. По сути, здесь такая территория, тут практически все должно быть рядом. Но сейчас посмотрим. Просто сегодня именно есть это настроение поискать. Так, сборщик транспорта мне не нужен, а вот эти я возьму. Вот эти. Серебро можно взять. О! Вот это мы тоже пособираем. Мы сегодня чистая такая серия сбора. Сбора вещей. Никакого продвижения по сюжету. Может, что-то найдем интересное. Не знаю. А вон, в принципе, источник сигнала недалеко есть. Сколько батареек-то, смотри, а?
Так, это что такое? Фрагмент мореход. Так. Серебро пусть будет. Пошел за свинцом, да, называется? Пошел за свинцом, собираю все, кроме свинца. Не страшно. Угу. Фарс тоже пригодится. О, свинец можно найти, отлично. И здесь, да, свинец? Ну, должен был быть. Так, нормально, уже два свинца есть. Так, неожиданно. Так, если что, вон мой мореход. Жаль тут это сделать. Как это сказать-то? Это что такое? Яйцо существа. Давай возьмем. У меня такого нету. Пусть лежат. Пусть будут. Жаль, что... Эти, как их называют-то? Колонки сделать он может. А наушник нет себе, не может сделать. Вот было бы прикольно еще наушник бы сделать. Чтоб он на каком-нибудь расстоянии от морехода работал. Вот это было бы прикольно. Так, о, еще. Еще свинец давай. Нет. Да, удобно, конечно, и с баллоном, и с ребризером. Прям не зря, что я их на них наткнулся в самом начале. Это прям очень повезло. Потому что я сколько не смотрел видео у других людей по первой сабнафтике, они это все находили в самом под конец. А тут во второй тебе практически все сразу дали. Это, конечно, прикольно. Так, ну давай еще вот сюда сплаваем, вон то возьмем. Вон их тут сколько, батареек. А, инвентарь полон, не могу, окей. Ууу, я здесь вообще не про... Ууу, инвентарь полон, сейчас, сейчас. Так. Кораллы, и вон еще капсула. Это че, серьезно, что ли, акула? А я могу выложить прямо сюда, выбросить? Ну-ка. Например, титан. Как его выбросить? А, нельзя выбросить здесь. Нормально. Блин. Я бы просто... Сколько? 286 метров, да? На глубине 110. Может быть, мне так сплавать? Так, причал Дельта, база. Да, я, наверное... Блин, а они мне не сломают? Ну, давай я сохранюсь на всякий случай. Я надеюсь, они мне тут не сломают ничего. Сам по-быстрому сейчас сплаваю на базу. А какой ты там плыви? Я по-быстрому сюда и обратно. Лишь бы мне акула не поломала просто ничего. Сейчас приплыву, все выложу и обратно сплаваю. Так. Да. Так.
Угу. Нет, тут еще ящик, я помню. Я помню, что у меня этот ящик тут с водой, но ничего страшного. Так, отлично. Быстренько-быстренько кушаем. И обратно. Где он? Вон он. Сразу же ремонтник. Где у меня ремонтник? Вот он, ремонтник. А назначить быстрый слот сюда. Так, и где мой... Вон он. Все, отлично. Сразу. Не успел. Не успел. Так, давайте сейчас... Как-то я не знаю. Надо как-то отплыть чуть-чуть. А то я ему явно мешаюсь. Ай. А все равно кусает, ты смотри, а. Все равно кусает. Вот... Я еще и походу место потерял, я вообще молодец, красавчик. Решил отплыть, потом думаю, не, идет он в жопу, и я потерял, да, это место. Да, я потерял это место. Ну как так-то, Стас? Ой. Так, ну на глубине где-то 110 метров. Вот здесь, что ли? Да ты серьезно, что ли? Где теперь эту базу мне искать? Так, ладно. Без паники. Сейчас мы здесь вокруг поплаваем. Ну блин, ну как так-то? Просто отплыл. На 5 долбанных метров. Сборщик транспорта у меня есть. Эти мне не нужны. Так, хорошо. Ах. Я просто иногда от себя поражаюсь. Блин, ну реально, что ли, отплыл и все. Ох. Это просто иногда так странно. Это вот понервничал, а то ты акулу пытался как-то найти получше место, и вроде бы пытался одновременно не потерять. И в конечном итоге все равно потерял. Это прям вообще. Так. Это что такое? Медь мне нужна будет попозже, она рядом с базой у нас есть. Мы сейчас здесь за более ценными. Не, медь, конечно, она всегда будет ценная. Одна из самых-самых. Так, ну, в принципе, если здесь мореход, а база моя где? Там показывал. Ну, я где-то рядом. Я где-то рядом, я это чувствую. Так, свинец. Мне нужно много свинца. Очень много свинца. Я прям чувствую, что мне понадобится этот свинец, раз мне его уже так иногда бывает не хватает. Так. Ой, как хорошо. Этих кораллов так много. Прям прекрасно. Так.
Потому что кораллы, по-моему, нигде у нас, ну, нельзя их прорастить, насколько я знаю. Может быть, конечно, можно каким-то образом. Как бывает, некоторые растения тут проращиваются. Серебро тоже надо собирать, если будет возможность. Блин, ну как так-то отплыл-то буквально на, я не знаю, на метров 5-10. И потерял все, и все потерял. Это точно только со мной такое могло быть. Так, сейчас подышим. Так, еще вон. Отлично, прям. Прям свинца теперь. Столько, сколько надо. Сегодня достроим кусочек базы. Чтобы наш мотылек подзаряжать. Не мотылек, мореход. Я думаю, это у всех так. Я вообще не понимаю, зачем надо было менять. Как бы, когда столько лет люди играют, и потом брать и менять название тому или иному оборудованию. Это как-то странновато. Пока не сильно покоцал. Я думаю, не страшно. Так, где же у нас эта штука-то? Где я ее мог потерять? Да база небольшая, стояла же где-то прям рядом. Это что такое? Еще один мотылек? Что-то не... А, мореход, да. Мотылёк, именно он, да. Я пока вокруг поплаваю, здесь пока пузыри по-быстрому. Так, ну вот. Во-первых. Вот, теперь у меня не будет с ними дефицита какое-то время. Ну давай. Во. Так. Пусть будет. О, еще. Отлично. Что, уже полный? А чтоб тебя не это. Не срывался, как странно. Так, ладно. А, пополнить кислород. Ой, как мало пополняет. Помню, был 300 с чем-то от сигнала. Вот, 369, да? Значит, где-то я рядом с этой штукой. Типа мини-базы чьей-то. А сейчас найдем. Так. Мореход пока есть на карте. Значит, можно сохраняться. Так, так, так. Так, вот еще какой-то участок.
А вот сигнал, ага. Сейчас мы туда тоже. Ну, может быть, мы сегодня как раз за сигналом сплаваем. Просто в действительности пока надо это попытаться найти ту штуку. Так, ну это я слишком глубоко уже, подожди. Нужно где-то на 100... Чтоб на 130 где-то был. Она не была так низко. А то что, я плаваю-то еще... О! Отлично. Вот она. Так, здесь я что-нибудь забыл? Так, это я забирал. Здесь ничего. Давай вовнутрь сплаваем. Внутри я не помню, чтоб я был. Фрагмент строителя. Строитель у меня есть. Вода, бутылочка. А. Так, еще вода. Инвентарь полон. Ну, можно водичку выпить. Зачем она мне здесь? Правильно? В таких количествах-то. С учетом, что у меня теперь с водой проблем не должно быть. Так. Угу. Зря искал. Короче, ничего нету, я смотрю. Я просто помню, тогда я в попыхах по-быстрому все это собирал. Так, хорошо. Вот здесь кораллы. Ну ладно, я думаю, мне этих кораллов, что я сейчас набрал, более чем достаточно хватит. Так, где мой мореход? Так, вот там где-то. Поплыли за ним. И вернемся на базу, посмотрим, что мы можем построить сейчас. Так. Ой. Я думал, сзади ничего нет. Оказалось, что есть. Ой. Ай-яй. Как хорошо, что можно вот так вот спокойно ударяться. Подлодки мне точно не возить. Так. Вживую бы мы бы разбились бы уже 10 раз. Так, вот база моя. Отлично. Отлично. Блин, прикольно, вот такая релакс игра, прям супер. А, да, я, кстати, теперь настроил будильник, он теперь мне не будет прям звонить. Не будет нас раздражать. Так, пойдем. Сейчас все закинем. О, еще водичка, прекрасно. Да, сейчас все вот это закинем. Так, ну что, я отсюда вот это заберу. Так, еда мне пока не нужна. Вода здесь. Так, ну пусть. А, блин, энергия закончилась, да? Зараза. Как же я сейчас строить-то буду? А, ну как строить? Мне же строитель нужен только. Как я буду строить, действительно. Так, две вот эти нужны. И масло, да? Вот. А вот у меня и батарейка, кстати, что она здесь делает, непонятно. Непонятно, зачем я ее сюда выложил. Так, строитель. Где? Так. Где мы будем строить эту штуку? Чтобы у нас мореход нормально стыковался, да, нам надо? Вот с этой навряд ли будет состыковка хоть как... Хотя нет, смотри, здесь как кабина есть. Может быть. Сейчас посмотрим. Так, впереди вон показано мешает. А сейчас тебе что мешает? Глубоко очень, что ли? Так, давай повернем тогда.
Нет, все равно мешает. Был бы он чуть выше. Может, нам вначале какую-нибудь комнату сделать повыше? Или вот здесь лучше сделать стыковку? А может быть и здесь сделать стыковку, ну-ка. Да чтоб тебя так не хочет. И так почему-то тоже не хочет. А чё ж ты не хочешь-то? Что у меня в этой комнате такого, что он не хочет мне к ней прикреплять? Ну, странно, у меня места здесь полно. Хорошо, а с этой стороны есть у тебя? А с этой стороны, может быть, это... Конечно, глубоко... А, может быть, из-за этой ямы не давал. Так, ну сейчас посмотрим вот здесь. На самом деле, хоть бы где-то бы поставить ее. Так. Отлично. По-моему, там хорошо стоит. Да, уберись. Вот. Так, 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 так. Он, по идее, будет у меня отсоединять, да, отсек, наверное. И стой спокойно. О, смотри, он без двух ножек. Такая крокотица. Да. Отсек он оставляет, похоже, внизу. Ага. Это не очень удобно. Но пускай, ладно. Это ладно. Так, у меня есть реактор, он активен. Так, активность его падает. Отлично. У меня еще есть орехи, если что. На всякий случай. Так, это у нас есть. Это у нас есть. Так, я пока закрою. Так, 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 так. Где, 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 где? Где-где стыковочная? Так, вот она, стыковочная шахта, готова. У нас еще там операторская, вот, операторская появилась, да? Нужно комплект проводов. Ага. Но перед этим надо побольше дверей поставить, а для этого мне нужна силиконовая резина и титан. Силиконовая резина и титан. У меня есть силиконовая резина? Если нет, надо понять, из чего она делается. Так, у меня одна силиконовая резина. Ладно. И по три титана. Так, хорошо. Здесь два титана. Сейчас титан быстро уйдет. И здесь еще три. То есть на две двери нам хватает. А, только нам силиконовой резины нету, да? Ну, естественно, ты мне не дашь строить-то так. Силиконовая резина. Силиконовая резина. Гроздь семян водорослей. Хорошо. Надо, наверное, солнечные батареи еще поставить. Сколько они у нас? И что они требуют? Медную руду нужно. Кварц у меня есть. А вот медная руда. Золото. Так, вот одна медная руда есть.
Так, и здесь, по-моему, я видел. Да, да, вот она. Так, хорошо. Есть медная руда. Можно поставить еще солнечных батарей. Почему нет? Прямо вот здесь вот у нас это будет главная комната, где у нас много солнечных батарей стоит. Так, на две хватает, и на том спасибо. Так. Надо еще одну, короче. Так, медная руда мне нужна. Медная руда. Вот, кстати, свинец. Нет, титан. Дали титан. Так, еще кварц возьмем. Так, что это? Отложенные соли мне не нужны, у меня теперь их полно. Серебро возьмем, пусть будет. Скоро уже, даже не скоро, а уже, наверное, нужны будут шкафчики дополнительные. Нет, 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 нет. Вот это вот очень плохо. Где моя птичка? Вот так вот, отлично. Так. Вот здесь медь, отлично. Титан. Опять, да что ж такое-то? Чё ж ты гадина такая, а? Свинец. Ну, неплохо, неплохо. Конечно, если бы появился бы краб, это все можно было бы ускорить, но... Как ускорить? Я, например, может быть, и мог бы ускорить, но у меня нету... самих жил, я не видел особо прям... И не видел, и особо не запоминал, где они находятся. Поэтому такое достаточно... Двойственные ощущения. Так. Так, это что? Это мореход. Просто мало ли, вдруг это фрагмент какого-нибудь модуля к мореходу. У меня там как раз несколько не хватает. Так, что у нас? Еще есть место. Еще можно что-нибудь набрать. Надо прям под завязку набирать. Мореход, видно, тут вокруг как бы валяются детали, чтобы можно было сразу его построить, а уже детали должны быть где-то подальше. Сейчас мы из списка все, что хотели, достроим. Еще чуть-чуть подготовимся. И отправимся вниз. Сигналу. Может быть, даже как раз к сигналу мы отправимся уже в следующей серии. А в этой серии пока вот так вот. Как есть. Я вижу, золото мне нужно, медный провод нужен. Так что это еще не последний раз, когда я тут плаваю. На сегодня. И да, у меня такое настроение, я буду прям, наверное, несколько серий подряд записывать. Опять-таки опять-таки будет много сабнафтики, возможно, на неделе, если у меня не будет выходить записывать что-либо. А, да, все, инвентарь полон. А подожди, можно водичку выпить. Че, у меня две бутылки-то. Так, ну и куда он укатил? А, вот он. Так, где у нас, где моя база? Подъем. Так, надо ее каким-нибудь другим цветом обозначить, я не знаю. Это желтый цвет, он не сильно отличается. Наверное, зеленый, как мореход, надо сделать. Жаль, нельзя свою гамму выставлять. Это было бы намного удобней.
Ну да, смотри, 14 титана. На одну дверь мне хватает. Сейчас, да, прикрутим солнечную батарею еще одну, и будет уже получше. Прямо сюда прифигачим. У меня даже, по-моему, все есть уже. Уж 4-то солнечной батареи мне должно, по идее, хватить. Да, отлично. Теперь на все хватает. Теперь на все хватает. Так, вода. Две бутылки. Вот эти вот очень много забирают энергии. Прям вот очень много забирают энергии. Прям немерено. Так, можно как раз сюда бутылки поставить. Так. Так, все время хочется сюда зачем-то пойти, не знаю зачем. Так. Что у нас с генератором? Пока что-то я не могу привыкнуть, где что находится. Так, пока есть, отлично. Этот заряжается. Так. Для модуля мне нужен медный провод. Так, а это мне надо? Нет, мне это мне сейчас не нужно, мне сейчас ни к чему. Так, медный провод. Могу я сейчас сделать медный? Да, могу сделать медный провод. Прекрасно. Так. Один, да, сделал. А для микросхемы нужен еще один медный провод. Так, сейчас. Два коралла золота. Золото. Так, давай это пока сюда выложим. Так, что бы отсюда забрать? Золото как раз заберем. Так. Все так разбросано пока сильно. Так, медная руда, да? Подожди, три штуки надо. Так, сейчас поставим еще одну эту, да? Угу. Серебро сюда, золото пока оставляем. Дверь. Так, куда я могу поставить дверь? Вот сюда я могу поставить? Вот сюда я могу поставить дверь? Так, вот это вот. Она сюда не ставится, в одиночные проходы, да? Надо трубки делать. Только через трубки будет. А у меня трубка только здесь. Правильно? У меня больше нет трубок. Да. А сколько мне одна? Одна прибавит. Она ведь много должна прибавить. Плюс 3 к прочности. Это много. Как бы вот так. И еще одна вот здесь будет стоять. Так, что мне нужно? Так, 2 коралла сразу надо взять. Они у меня там, я понял. 2 коралла. Так, 2 коралла. Чтобы сделать микросхему. Там даже больше мне нужно будет. Надо будет 4, но это не сейчас. Так. А для этого мне нужно... Водоросли. Так. Так. Из этого силикон делается, правильно? Силиконовая резина. Так. Да. Две штуки сразу делается. И из одних семян сразу две штуки. Это хорошо. Давай еще масло сделаем. Оно тоже у меня далеко сразу много ушло. Так, где титан? Титан. Вот он, титан. Так, раз, два, три. Это еще на 5. На 3. Еще. Или на 5, подожди.
На 3. Так, прочность 8,3, отлично. Ага. Так, не сюда, сюда закинем. Теперь. Трубчатые. Трубчатые зоны. 2 титана всего лишь. А здесь 2 стекла, ну это прям... Но в них, наверное, навряд ли можно ставить те отсеки. Так, 2 титана, значит, надо... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, давай посмотрим везде. Посмотрим, где можно поставить, чтобы у нас просто тупо было. Вот здесь, например, поставить можно где-нибудь? Так. Не встанет, да? А может, у меня там шкафы. Вот здесь встает. Но тут притык, получается, мне там ставить нечего будет. Дальше. Вот даже, да ладно, даже здесь станет. Подожди, реально? А он не соединяет ни с чем, понятно. Разбираем. А как разобрать-то? Вот. Хорошо. В комнате. Да, в комнате сканирования можно продолжить. Прекрасно. Так, сюда еще можно будет что-то поставить, значит. Так, здесь уже ничего, ничего. Так, вот здесь тоже там что-то мешается. Вот здесь можно, я так полагаю, спокойно ставить отсеки, да, в легкую. Давай вот так тогда сделаем. И если... Да, отлично, еще сюда. Хотя здесь, наверное, глупо. Подожди, нет, это, наверное, глупо из-за детей. Сбоку можно поставить. Где-нибудь. А вот тут, кстати, поставится, нет? Нет, здесь не ставится, там что-то мешается. Так. Тогда вот здесь. Вот. И теперь нужно еще немножко титана набрать. И тогда я смогу зафигачивать все двери и сделать прочность высокую. Вот, смотри, вот здесь у нас, во-первых, место появилось сразу. Дальше у нас вот тут вот появилось раз, два, две комнатки, ага. Вот в них и можно будет что-то зафигачить. Так, что у нас здесь? Так, эти пусть пока растут. Сюда поставим один орех просто. Так. Вода еще делается. Хорошо. Энергии 198 хватает. Хватает энергии. Теперь прям более чем. Так, осталось вспомнить, куда мне. Так. Вот сюда он мне ставить ничего не дает. Значит, давай попробуем сюда посмотреть, можно ли сюда стекло поставить. Да. А, нужно стекло. Стекло делается из двух кварца, да? Насколько я помню. Так, и таймер практически подошел у нас. Отлично. Так. Отлично. Вид, конечно, так себе, но ничего не поделать, уж какой есть. Куда можно еще впендюрить стекло? Вот сюда? Нет, здесь у меня этот висит. Да, я сюда не смогу поставить из-за того, что висит. Да, да, мешает. Говорит, что мешает. А можно сюда, а туда мне что? А что там за вид у меня будет такой интересный? Ну-ка, за шкафом. Пусть будет. Или не надо? Не, давай не надо.
нет, 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 не надо так. Так, готов. Таймер, таймер сработал, значит, еще буквально 5 минут есть. Так, ну хорошо, я по крайней мере захожу, я вижу сразу окно, это хорошо. Здесь ничего. Мне, в принципе, так мало всего надо, по-хорошему. Музыкальный... Я бы перевесил бы, наверное, музыкальный налево, а здесь бы сделал бы еще проход куда-нибудь, да? Наверное, да. Ну-ка, куда он может перевеситься? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так. А, музыкальный, музыкальный, музыкальный динамик. Ну вот, пусть, например, вот здесь. Так, а зачем его убрать? Подожди. А, это открыть шкаф. Я понял. Так. Просто я запутался, где он у меня. Так, ага. То есть я сейчас, если выхожу и вперед, можно ли там что-то поставить, да? Так. Вот здесь вот. Блин, а у меня здесь грядки будут. Мне, в принципе, здесь незачем. Но здесь можно сделать как раз окно на грядке. Да, 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 да. Так и сделаем окно на грядке. А в принципе, окон нам больше и не надо. Да нам еще окна. Мы потом сможем вверх сделать. Наверх поставить, например, платформу какую-нибудь. Так, сейчас... Сейчас я соображу. Вот что-нибудь типа вот такого как-то объединить. А зачем объединять? Когда можно поставить прямо сюда, да? Да, он здесь ставится. Офигенски будет. Офигенски. Я его сюда прям и пристыкую потом. У меня будет здесь огромная-огромная комната. Прям вот как-нибудь. Вот так. Вот так она у меня будет. Да, да, класс. Классно будет выглядеть. Мне нравится. И с этой стороны еще одну. Будет вот так. Как-то это выглядит, да? Ну да. Такие две комнаты. Мы еще им сделаем стеклянные куполы. Потом мы сделаем вот сюда еще одну удлинялку. Она здесь, наверное, как-нибудь встанет. Да. Скорее всего, я так думаю, встать должна. И вот здесь у нас будет этот операторская. Получится поставить ее сюда? А он ее сейчас не видит, я понял. Хорошо. Ладно, тогда мы с тобой на этом заканчиваем. Прямо здесь. Прямо здесь я вот сохраняюсь, заканчиваем. И тогда подписывайся на канал, ставь лайк, если тебе понравилось видео. Всем хорошего дня, хорошего настроения. И всем пока-пока.